соперника с победой. Чем можно было максимально кратко, конечно же. Я считаю, что при складывающемся развитии этой игры, конечно, я считаю, что я не нашел те слова, которые нужно было донести до ребят. Поэтому здесь я считаю, что вина полностью на мне. Поэтому тут особо комментариев нет. Спасибо. Спасибо. Алексей, пожалуйста. Я отдавал себе отчет, что после вчерашней игры, которая была на полной концентрации, собранности, мы потратили очень много внутренней энергии. И выйти сегодня с таким же настроением, настроем, наверное, было бы очень тяжело. Поэтому эти ошибки, которые мы допускали в обороне, и голы, они именно из-за этого. Я не могу сказать, что у ребят не было желания. Желания предостаточно, и мы сегодня добились победы именно через работу, через трудную работу на «не могу», и с помощью опять энергии, которую нам преподал зал, донес до нас. Все это всегда на нас очень сильно действует. В нужный момент нам нужно было отыграться, мы это сделали. Сделали хорошие атаки, и после этого уже зритель понес нас туда, вперед, к вершине. Это я сам чувствую внутри, это всегда замечают ребята. Поэтому дома мы не имеем права играть, кроме того, как на победу. И поэтому при ничейном счете, когда мы меняли вратаря, мы выходили именно с этой мыслью, что мы дома будем только выигрывать. Это наша установка. Поэтому осталось поблагодарить всю команду за проделанный труд, огромный труд. Ну и, конечно же, болельщикам за ту дополнительную энергию, которая нам сегодня помогла победить. Спасибо. Евгений Алексеевич, вопросы будут? Пожалуйста. Евгений Алексеевич, эмоции, которые сегодня на площадке новых хлестов, они позитивно, негативно на игре команды сказались? Вы знаете, на установке я на это обратил внимание, пристальное при том, чтобы мы энергию направляли в позитив для себя. Да, соперник не хочет проигрывать на площадке, он будет рубиться, будет играть с игровой наглостью. Мы должны быть к этому готовы. И я ребят учу и буду учить, что вы переверните ее в другое русло. Энергия должна исходить положительная. Мы должны доказать игрой. А соперник должен занервничать от того, что мы спокойны, мы уверены в себе. Когда мы наоборот это делаем, то это играет против нас. Спасибо. Евгений Геннадьевич, на ваш взгляд, команда рановато успокоилась? Да, нет. Я бы не сказал, тут вот именно Евгений Алексеевич правильно говорит, что зал погнал хозяев вперед. Мы где-то, мы не то что успокоились, мы, я считаю, что где-то функционально мы подсели. И когда нет сил, голова не работает. Поэтому я думаю, что... Нет, мы понимали, что нельзя вставать, нельзя отдавать инициативу Сибиряку. Потому что они все равно дожмут где-то, забьют, значит, нам еще тяжелее станет. Просто те моменты, которые мы создали, я считаю, что уровень реализации очень слабый. Сколько мы создали в первом тайме моментов, сколько мы создали во втором, конечно, меньше, чем в первом, но тем не менее мы могли уйти в более комфортный отрыв. Что я, то я.